Итак, пушистики, мне нужно уехать, и поэтому вы на это время останетесь с няней. С какой еще няней? С бабой Валей, помните ее? О, а бутылочку вот хорошая, на анализы мне потом пойдет. Да уж. Игрушки я вам оставила, домики где спать и корм, конечно же, так что ведите себя хорошо, скоро она приедет. Все, пока. Ура, мы остаемся дома одни. И пока никого нет, давайте делать, что хотим. Что хотим? Тогда я хочу поковыряться в горшке. Обожаю свежую земельку. А я хочу покушать. Текс. Обожаю наш любимый корм. А я буду с мячиком играть. Ой. А мы с Мишей погулять ходили. Да, так классно прогулялись. Бррр, только на улице немножко мокро. Ну, здрасте, пусечки. Ой, какой кошмар. Что за бурдак вы тут устроили? Что тут происходит? Вы что натворили? Я нажалуюсь на вас вашей маме. Упс. Вот мы попали. Ну вот, я так и знала. Блин. Так, бабуля, спокуха. Какая спокуха? Сейчас же убирайте за собой. Пока не уберетесь, никаких игр, прогулок и вкусняшек. Ого, а что так строго-то? Эй, это так нечестно. Я сказала, пока не будет порядка, никаких развлечений. А я пошла Малахову по телевизору посмотрю. Это вы Юми с Мишей тут наследили. А ты лейку уронил. Я не буду убираться, я только покушала. И я не буду убираться, это все Миша. Так, хватит, никто не будет убираться. Как это? В смысле? Тогда мы будем как заложники. Так, сейчас мы все устроим. Какой классный видосик. Надо еще потом посмотреть видео новое на Magic Family, которое сегодня вышло на нашем канале с Аней. Ребята говорят, капец. А на предыдущем нашем ролике мало лайков и комментариев. Мы так старались, обидно. Давай, Миш, учись читать, будем дрессировать Алису. Мне бы алфавит выучить. А я нам новую песню напишу. Подпишись на наш канал. А мне нужно отгрызть этому кролику глаз. Или нос? Нет, пожалуй, ухо ему отгрызут точно. Ну что? Вы что это тут делаете? Вы почему не убираетесь? А за нас Идио убирается. Кто? Иди, Кей-650. Это еще кто такой? Это вон тот умный красавчик. Это робот-пылесос для владельцев домашних животных. О, господи, помилуй! Да что может эта ваша летающая тарелка убрать? Какой еще там робот? А вот ты и увидишь, бабаль. Он очень мощный и может убирать любые полы. Вы что, издеваетесь над бабкой, что ли? Ох, ничего себе! И правда, тарелка-то сосет! Да это не тарелка, бабаль, это робот-пылесос! Дьявольские проделки! Ага, а ковер-то ваш робот убрать не может! А ну быстро прибирайтесь, все матери расскажу! Неправда, вообще-то он и ковры убирает. Ага, конечно! Эти ваши современные технологии, они у вашей шерсти не знают. Он же ей захлебнется. Да нет же, у него есть вот такая щетка, а есть специальная против шерсти. Вот ты посмотри, попробуй. Ну-ка, ну стой. Ой-ой-ой, да он еще и разговаривает. Умнее, чем некоторые. Издеваетесь над бабкой? Как это? И правда шерсти на ней нет. Куда она делась? Так он ее в себя всосал. И тебе, бабуль, руки не придется пачкать, чтобы ее оттуда выковыривать. И правда руки чистые? Да слизнуть можно. Ой, ну ладно, ладно. Только тут столько мусора, что он не справится. Ну-ка, а ну хватит мне язык заговаривать. Бегом убирайтесь. Так у него огромный контейнер. Поэтому не надо выбрасывать мусор слишком часто. Сама посмотри. Ну-ка. Вот, вытаскивай. Там еще щеточка есть. Ой, и правда, сколько мусора-то влазит? Ну и что? Полы-то кто мыть за вас будет? Тоже это ваша электронная барабашка? Вот именно. Он помоет, он делает двойную уборку. И пыль сосет, и пол моет. У него даже для этого специальные тряпки есть, видишь? Причем он воду подает в разных режимах. Может много распылять, а может чуть-чуть. Зависит от грязи. Ах вы маленькие безобразники. Значит, вы тут наследили, а он убирай за вами. Ну так он для этого и нужен. Ох, безобразница. Ты же его и испортишь, и царапаешь. А вот и нет, у него суперповерхность, устойчивая к царапинам. София, покажи. Вот, видишь, бабуль, я царапаю, а на нем ничего не остается. А еще он идеально убирается вдоль стен. У него крутые щетки для этого, он отовсюду пыль достал. Пыль он достал, странно, что это я от пыли-то не чихаю. Это все потому, что он круто фильтрует и задерживает все аллергены и пыль. Видишь дырочки тут? Он так устроен, что не загрязняет.
поднимает воздух. Они под таким углом, что он не поднимает пыль, и грязь наверх. Ох, но вы меня не убедили. Все равно не верю я в эти ваши технологии. Вы, небось, под диван весь мусор спихнули. Сгребли и все тут. Мы обычно так и делаем. Юмичу, зачем ты врешь? Ничего я не вру я. Да какая разница? Он же и под диваном убирается. Он куда угодно заехать может. Ваша мама приедет и скажет, что вы всю мебель перепортили. Он же будет биться об нее. Крушить тут все вокруг. Это же робот. Глупая машина. Вообще-то он умный. У него куча датчиков. Он не падает и не ударяется, ясно? Чего у него? Дачники? Ага, да, дачники у него. Все равно тщательно он убраться не может, как положено. Ты че, он круче, чем люди и другие пылесосы, он же самый умный. Юми имеет в виду, что он продумывает уборку по такой траектории, чтобы захватывать весь пол, а не ездит хаотично. Да что вы говорите? И почему я в другой комнате ничего не услышала, пока он тут вам убирался, а? Совсем оглохла по-вашему бабка, что ли? Да даже ребенок бы маленький не проснулся, если бы он убирал в одной комнате с ним. Он очень тихий. Он же для домашних животных, чтобы их не пугать. А теперь нам можно пойти гулять? Можно бегать грязными. И с мячиком играть. Я, конечно, уже увидела, как он хорошо убирается. Красавец мой сладенький. Ну что я буду делать, когда вы снова все испачкаете, а? Так ты сама с телефона бабваль можешь сделать. У него есть специальное приложение, давай открой. Ох уж эти ваши гаджеты. Ну и что тут? Что, ну и что? Там же все написано. Можно уборку даже дистанционно запускать с телефона, даже из другого города. А можно уборку голосом запустить. Класс! Или режим выбрать. Можно убирать место определенное, а можно края, а можно просто автомат поставить. Ой, и таймер тут есть. Ничего себе! Сколько настроек разных. Ну а если у него батарейка сядет, кто будет убираться? Да не сядет он больше 2 часов без зарядки пашет. Тем более он сам ездит заряжаться, если ему надо. Ой, ну ладно, убедили. Идите играйте. Пусть этот ваш иди, как его там, поможет старушке. Кей, 650. Ой, ну дает. А где мне такой себе заказать? Я тоже его хочу. А давайте бабвале ссылку дадим, по которой можно заказать его прямо сейчас. А лучше мы тебе его сами и закажем. И остальным, у кого есть питомцы, иди очень поможет в жизни. Вы будете отдыхать и играть со своим пушистиком, пока он играется. Да, оставим вам ссылку в описании. Ой, Аня звонит. Пойду скажу ей, какие вы молодцы у мамочки. А мы гулять. Ура. Убираться-то нам не надо больше. Снова грязь собирать.